Короче говоря, я попал в СССР 2007. Вторая часть. Это был понедельник 2007. Опять я телепортировался в какое-то другое время. И по дате это 2007. Что мне делать? Ну, так все ужасно. Как повторить все, чтобы было нормально? Я не знаю, что мне делать. Я сел. И тут сразу же начались новости. Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня мы приступаем пока к самым хорошим событиям. Сегодня выходит третья часть Человека-паука. Человек-паук 3, враг в отражении. Надо сходить. Ведь я очень большой поклонник Человека-паука. Хоть какой-то кайф от 2007-го. Я пришел в свою комнату. Посмотрю свои сбережения. Сбережений у меня не было. Лишь только две конфеты. Поедая конфету, я думал, что мне делать. И придумал. По идее, надо все повторить. Я повторил. Ох, я посмотрел на дату. 2018. Короче говоря, я попал в СССР 2007. И да, я вернулся.